сейчас побеседуем с Василием, представителем гродненской команды под названием Гродно Hard Blues Band. Здравствуй, Василий. Скажи, пожалуйста, вот ваша музыка все-таки немного отличается от такого, ну, можно сказать, стандартного, да, джаза. А чем именно? Ну, эта музыка отличается, но блюз и джаз, они всегда были близко. На всех фестивалях джазовых всегда присутствовали группы блюзового направления. Мы играем блюз-рок, не совсем чтобы блюз, играем блюз-рок. То есть немного тяжелее, правильно? Да, из этого и следует блюз-рок, то есть больше рока и блюза немного. Ну скажите, я знаю, ваша команда довольно-таки молода. Когда вы образовались? Все мы играем очень давно, но в разных коллективах. А этот коллектив образовался, можно дату рождения считать, в феврале этого года.